Казахстане ожидаются новые изменения в таможенной сфере. Они позволят не только повысить эффективность работы таможенных органов, но и в целом сократить сроки оказания госуслуг. Законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности был одобрен сегодня сенаторами во втором чтении. По словам спикера Верхней палаты парламента Маулена Ашимбаева, принятый документ прежде всего направлен на улучшение бизнес-климата в стране. Закон позволит улучшить функционирование таможенной информационной базы и системы единого окна, а также послужит снижению коррупционных рисков, сводя к минимуму участие человека. Информатизация систем сократит время, необходимое для рассмотрения и принятия решения по заявкам участников внешнеэкономической деятельности. Кроме того, будет пересмотрен порядок проведения внутренних и выездных таможенных проверок. Мы надеемся, что закон будет способствовать совершенствованию таможенного регулирования. Люсін қосады деп сенеміз.